Астраханское Суворовское военное училище МВД России проводит отбор на обучение граждан, учащихся в 8 классах. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник отделения морально-психологического обеспечения Игорь Перепечкин. На республику выделены 3 целевых места и 28 прямых. В наборе могут принять участие несовершеннолетние граждане, не достигшие 16-летнего возраста, необходимо до 1 апреля текущего года обратиться с заявлением. Любую подробную информацию можно узнать на сайте училища. В этом году от МВД по республике Калмыкия 3 места и 28 мест прямого набора. Что такое от МВД по республике Калмыкия? Это... МВД по Республике Калмыкия выделяется 3 места для того, чтобы они могли направить кандидатов на обучение в нашу образовательную организацию. Но если кандидатов будет больше, и большее количество, и дабы дать возможность всем, сейчас МВД России, новое такое новшество, это прямой набор. То есть абитуриенты обращаются напрямую в нашу образовательную организацию, наша образовательная организация формирует личное дело для поступления в наше училище. Основной целью деятельности училища является подготовка несовершеннолетних граждан к поступлению в вузы системы МВД России. Ну и дальше к службе в органах внутренних дел. То есть мы существуем для того, чтобы подготовить ребят к поступлению в вузы системы МВД. После окончания нашей образовательной организации у нас все ребята поступают именно в вузы системы МВД России. У нас есть близко с нами, да, здесь и с Астрахани, и с Калмыкии, Волгоградская академия, Краснодарский университет, Ставропольский филиал Краснодарского университета, Новороссийский филиал, то есть в Южном федеральном округе очень много образовательных организаций системы МВД России, и вот для того, чтобы туда поступать, и эти абитуриенты были более качественно подготовлены, мы понимаем прекрасно, что для органов внутренних дел требуются грамотные, высококвалифицированные специалисты. В 2009 году для этих целей было создано Астраханское Суворовское военное училище. Создано мы не на пустом месте, мы существуем на территории бывшей широко известной Астраханской средней специальной школы милиции, история которой с 70-го года. В 2006 году мы стали филиалом Краснодарского университета, и вот в 2009 году Суворовским военным училищем.